Я вас вітаю у своєму саду під Києвом. Сьогодні розповім про троянди. Вони вже почали своє цвітіння. І я хотіла розказати вам о розах, які краще всього вийшли із такої непростої весни. Краще всіх перенесли заморозки. Конечно же, это не все мои розы, которые сейчас красиво цветут, а только их небольшая часть. Обещала вам показать свою хендель. Это именно она, плетистая роза хендель. Растет у меня не в очень хорошем таком месте, сзади кокона. Но вот такая она красавица в этом году порадовала меня. Я хочу сказать, что она вообще-то относится к плетистым, но я бы ее отнесла к шарабам. Нарастает очень медленно, ей уже 3,5 года. Как оказывается, это холодостойкий сорт плетистой розы. Цветы полумахровые, бокаловидной формы, такие густо-розовые края у нее. Красивая, не очень ароматная, но, к сожалению, склонна к черной пятнистости. Относительно большие у нее цветы такие по 10 сантиметров, 10, даже 12. Цветет небольшими кистями, но очень медленно нарастает. Кто хочет такую розочку себе, подумайте, где ее посадить. Хотя я читала отзывы, они разные. И что быстро у кого-то нарастает, может быть, это только у меня так. Красиво биколорная такая насыщенная розочка. Мне вообще-то нравится она. И зацвела одной из первых. А в прошлом году она среди последних была в распуске. Ну, раз уж про плетистые розы мы начали. Английская роза Батшеба. Эта англичанка меня немножко удивила. Как будто и не было никаких заморозков. Другие розы очень плохо прореагировали. У меня вообще-то в саду большинство роз, цветы раскрылись некрасивые. Какие-то маленькие, скукоженные такие. И я когда вот прошла по саду, выбрала для этого обзора те, которые, ну, заставили остановиться меня. Роза Батшеба одна из первых. Теплый персиковый цвет. Такие квартированные густомахровые цветы в небольших кистях. И когда бутон раскрывается, в глубине такой темный, прямо вкусный цвет. Очень нравится эта роза, показывает себя она очень хорошо. Второй год у меня, мягкие ветви у нее, а вот этот цветок уже отцветает, уходит в светлые тона. Красивая розочка, нравится. Роза Шарифа Асма. Открытие. Удивительной красоты английская роза. Цветы жемчужно-розовые, а по краям немножко бледнеют почти до белого. Очень у нее приятный аромат фруктовый. Форма цветка чешевидная, как жемчужные. Она мне почему-то немножко напоминает розу Анна Малинари. Ну, не совсем. Небольшой кустик, ровненький, ладненький. Она прямо как выстрелила. Я ее в прошлом году и не заметила. Но в прошлом году очень много роз. Я по уходу там заморачивалась по сортам. В этом году буду все сорта подписывать, чтобы уже никого не потерять. Роза Шарифа Асма, обратите на нее внимание, она достойная. И к трипсам она очень стойкая по сравнению со своей соседкой, которую сейчас покажу. И к бронзовкам,
Красиво просто до невозможности эта роза. Аромат. Я когда проходила мимо розовой клумбы, я по аромату на нее повернулась. Роз много, и не сразу поймешь, откуда это. Это Шарифа Асма. Ну и вот соседка нашей Шарифы Асма, роза Винчестер Кафедрал. Белоснежная, с таким кремовым центром при распуске. Очень широкий, раскидистый куст. Видите, хорошо себя держат побеги. Сами роза не разваливается от такого количества цветов. Нежный оттенок вон на розовом. Розовый лепесточек. Это говорит о том, что у нее в сестрах есть Мэри Роуз. Это производная от той розы. Все бы хорошо, и куст хорош, и ярок. Но его очень любят бронзовки, как и все белые розы. Сейчас там будет видно. Попортили мне все цветы. Не помогли ни синие тазики. Вот, видно, поели сладкие лепестки. Ничего, если вы найдете способ, как бороться с бронзовками, то вам, считайте, повезло. У меня несколько кустов Винчестер Кафедрал, и я надеюсь, я еще посмотрю ее цветение во всей красе. Розой очень, это и довольно пышная, нарядная, яркая. Ну а эта роза, которую я потеряла и нашла, роза Абрахам Дерби. Англичанка, абрикосово-розовая. Я показываю все розы, которые стартанули, очень стойкие к заморозкам. Розы расцвели многие, но красиво расцвели вот именно эти. Так это Абрахам Дерби. Розово-персиковый. Смотрите, какие большие цветы. Огромные просто цветы. В основном они единичные, хотя вон на некоторых веточках есть по 2-3 бутончика. Цвет у этой розы может меняться в зависимости от температуры воздуха. Вот так она цветет у меня при плюс 28. Цветение начало одной из первых. Вообще написано, что одной из первых английских роз зацветает Абрахам Дерби. Вообще в этом году меня все англичанки как-то удивили. Я и не знала, что они такие стойкие. Ну, ставку делала на другие розы, что первые, когда все на бутонах были. Кстати, розы, мне показалось, отлично вышли из заморозков. Только листики кое-где приморозила. А нет, попортила бутоны, оказывается. Роза Коттедж Роуз. Вот такая рядом с Ян Лисидас, но я его не снимала. Коттедж Роуз. Хочу про нее немножко сказать. Ветвистый, очень красивый такой ладненький кустик. А смотрите, какой цветочек, как пуговка в середине. Цветы среднего размера, такие небольшие розеточки с пуговкой. По этой черте можно узнать этот сорт. Приятный, нежный, розовый цвет, очень много цветов, не подвержено, видите, трипсам и бронзовкам. Вот мне интересно, кстати, почему они только на самые светлые розы реагируют. Шнейвальцер у меня почти весь испортили, 2 куста. Но ничего, мы найдем на них управу. Цветочки у нее небольшие, но такие как лохматенькие, да, немножко. Устойчиво держит веточки, кустик. Аромата я почти не уловила у этой розы. Ну и все-таки немножко Ян Лисидас попал в кадр нам. Но мне показалось, он не очень красиво цвел, поэтому я его не снимала для вас. Покажу еще раз позже уже. Коттедж Роуз, красотка. Ну, еще одна красавица, вот я ее снимала в дождливый пасмурный вечерок, Lady of Shalott.
Я обзор этой розочки снимала 1,5 года назад, как только канал завела. Она молодая, там однолетняя была. Ну а сейчас вот так она выглядит. Просто великолепно, я бы сказала. Множество цветов. Они такие, как волшебно, как волшебные прямо цветы. Еще такая замедленная съемка позволяет показать красоту этой английской розы. На фоне других роз, которые показали себя не очень, она прямо, наверное, самая первая. Пышно цветет, такой оранжевый с теплым медовым цветом. Очень много цветов в этом сезоне у нее. Как светится, да, как будто не пасмурный день, дождь пошел. Я когда снимала, дождь потом начался. Немножко, мне кажется, куст развалился. Ну, не знаю, связывать я тут, конечно, или какие-то опоры никому ставить не буду. На газон она немножко, и на сосну, на мою, и на соседок, которые не очень хорошо цветут, решила навалиться. Вот такая роза, чудесная. Прямо как сказочная. Вот присмотритесь к этой розе обязательно. Lady of Shalott. Ну, на сегодня такой маленький обзорчик я вам показала. Не сказала еще, конечно, про очень много роз достойных, которые сейчас у меня цветут. У меня и Пьер де Рансар просто поразил меня. Ну, кстати, три куста и лучше всех зацвел, который возле дома. На арке, возле кокона, он не очень обильно цветет. Ну и сестренка ее, Пале Рояль. Смотрите, какая нежная, розовая, цветы очень большие. Нарастает медленно этот сорт. Христофор Колумб плетистая. Ну, вроде как цветы нормальные, листы, все. Но немножко, мне кажется, форма самого бутона неправильная. Неправильно распускается. Смотрите, как-то в середине сильно много лепестков. И вот так многие розы у меня. Это Маритим. Красивая такая фуксиева. Диди Бриджуотер. Вот эта роза возле дома. Пьер де Рансар. Очень хорошо цветет. И почему-то очень крупные цветы в этом году. В прошлом были меньше. Ну, на этом я хочу закончить свой маленький обзор. Вадим Петрович мне столик такой сюда сделал. Буду сидеть, чаи гонять и разглядывать свой сад. Ну, а я побежала. У нас газонокосилка поломалась. Пойдем выбирать новую газонокосилку. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы в комментариях.